пробка. Подарок из Африки. Представьте ситуацию. Утро. Люди спешат на работу. Переполненный лифт. Публику в лифте вы можете представить себе, какую захотите. Это могут быть ваши соседи. Бабушка с внуком, грубиян, интеллигент, бомж, который в этом лифте живет. И вдруг с разбегу в переполненный лифт залетает молодая девушка. Лифт трогается и, естественно, застревает между этажами. Свет гаснет, представьте полную темноту, и из темноты раздаются голоса. Ну чё, коза, допрыгалась? Мужчина, вы оскорбляете или пристаете? Я чумею с твоего идиотизма. Слушай, ты очумелый, закрой свое поддувало. Если я опоздаю на тренировку, я начну ее здесь, с тобой. Ой, испугал, ты кто? Голос в ночи. Я боксер. А я уже поддувало закрыл. Господа, простите, а вот то, что лифт не едет, это так надо? А, бензин кончился. Чё больше спросить не о чем? Ну почему же не о чем? Вы лишая, не боитесь? А что, у вас лишай? Да, так зовут мою собаку. Смотрите на лапку ей не наступить, не то она вам ножку откусит. Юрик, посмотри, с тортом все в порядке. И да, и нет. Как-то конкретней. Я на нем сижу. Девушка, а вы верите в любовь с первого взгляда, а? Да, а вы что, меня видите? Нет, иначе я бы не просил. Я при свете стесняюсь. Бабушка, я пишуть хочу. Не отплата, не ребенок, а садюга. Ну все делать назло. Ну почему я не хочу, а ты хочешь? Хотя пиво мы с тобой поровну выпьем. Ах да, мужики, мы что, так и будем здесь торчать, как шпроты? 8 часов, а я еще трезвый. Ну, делай. Госпожа, простите, а вы не боитесь без света промахнуться? У меня муж лысый, он посветит. Лишай сидеть. А да, собачки, не плачь. Они все сволочи. Понажрались, как свиньи, все руки нам с тобой поддавили. Женщина! А ну, сойди с моей мозоли. Интересно, садилась в лифт, была девушка, а теперь уже женщина. Беспредел, вот так моргнешь, уже седая. Вы сами уберите свой локоть. Воткнули в пупок, как штопор. Это не локоть. Это нос. Мне хоть гланды в подарочной упаковке. Дышать же трудно, ей-богу. Бабушка, я опять пишуть хочу. А больше ты ничего не хочешь? Хочу. Чё это он там еще захотел? Бабушка, можно я скажу на ушко? Я хочу, чтобы вы вызвали лифтера. Осторожно, мальчик, тетюха не откусил. Бабуся, уберите слово Маугли. Дышит мне в ухо перегаром. Каким перегаром? У меня с утра во рту раковой масинки не было. Лишай сидеть. Юрик, мне страшно. Ну, выйди. Юрик, дай руку. Она у меня в торте. Ну, дай другую. Да не сюда, шалунишка. Юрик, у тебя что, 3 руки? А у тебя разве есть талия? Это не талия, это нос. Нахал, убери свою лапу с моей груди. Це не твоя грудь, це моє сало.
Юрик, какой-то урод плюнул мне в глаз. Ну, плюнь ему в обратную. Это кто там собирается плевать? Да поцелуйте меня в хребет, чтобы я еще раз в лифте поехал. Ой, меня девушка обслюнявила. Фу, западло. Я не девушка, я лишай. А что, разве собаки разговаривают? Голодный, да. Юрик, мне страшно, дай руку. Вай, это не рука. Господа, простите, но вот мальчик, который все время хотел по нужде, он почему молчит? А то мне кажется, что ты сам ответил на свой вопрос. Нет, не кажется, а вы, собственно, кто? Я мальчик. Скажите, пожалуйста, почему лифт так медленно едет? Мне уже пора быть в Таллине. А в Магадан не хочешь? Нет, а кто это? Лифтерша! Прям потерпеть они не могут! Прям 5 минут чай попить нельзя! Че вылупились? Выходите! Лифт открывается, люди вываливаются, лохматый, помятый, по уши в торте, но счастливые. И уже ничто не испортит им настроение. Ни лишай, ни отдавленный нос, ни укол мимо Юрика, и только наказанный дома мальчик никогда больше не будет с бабушкой пить пиво.